Только что нам сообщили весьма трагическую новость, которая произошла с нашей любимой российской актрисой Ольгой Дроздовой. Наш источник сообщает нам, что поздно ночью в городском парке недалеко от дома было совершено нападение на российскую актрису Ольгу Дроздову, в результате чего она получила черепно-мозговую травму и была ограблена. Сейчас Ольга находится в одной из больниц города под капельницей. Мы выяснили все подробности и теперь готовы с этим поделиться с вами. Ольга Дроздова возвращалась домой после съемок поздно ночью. Проходя через парк, она услышала сзади шаги. Когда повернулась, она увидела молодого человека, который пытался с ней познакомиться. Получив отказ, молодой человек ударил ее чем-то тяжелым по голове и, ограбив, забрал кошелек и мобильный телефон. Ее уже в бессознательном состоянии доставили в больницу, ее обнаружили прохожие, парень и девушка. Они же вызвали скорую помощь. Мы будем надеяться, что с Ольгой Дроздовой все будет хорошо. Будем надеяться, что преступника все-таки найдут. Полиция уже находится в больнице и готовится сделать фоторобот нападавшего. Подписывайтесь, друзья, на наш канал и будьте всегда с нами.